Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать начивки. Новая коллекция. И вот мне, кстати, одна была... У меня одна открыта, потому что я ее распаковывала 2 дня назад. Мне попался здесь вот такой вот Человек-паук. И сейчас мы будем распаковывать все остальные. У нас 10 вот этих вот. Давайте посчитаем. 2, 4, 6... Так, 8, 10. Все правильно, здесь 10. Давайте начнем с первой. Здесь нам попалась, как всегда, первая новая. Такая вот начивка. Давайте ее отложим в сторону. Давайте мы следующую начнем распаковывать. И здесь нам попалась магнитофон. Давайте следующую. Интересно, какая нам следующая попадется? Всем, наверное. Здесь нам попался груд. Такая вот начивка. Дальше у нас. Такая вот надпись. Повторка. Магнитофон. Новые. Капитан Марвел. Повторка, надпись. Осталось 3. Волнительный момент. Повторка, магнитофон нам попался. Новая. Повторка, Капитан Марвел. Ой, Капитан Америка. И последняя. Новая! И, короче, у нас получилось 4 повторки. Это у нас 3 магнитофона. А, нет, не 3 магнитофона, а 2 магнитофона. 1 Капитан Америка. И 1 надпись. Вот это вот все наши повторки. Давайте их отложим и покажем всем нам зрителям. Давайте сейчас проверим наши вот эти вот, которые нам не повторки, короче. Капитан Америка. Вот это вот Человек-муравей. Человек-воробей. Надпись. Груд. Вот этот вот такая вот. Я не знаю, как это называется. Вот такая вот нам. Человек-паук, который я уже давно очень распаковывала. Магнитофон. Вот это весь наш расклад, который у нас и повторочный, и повторочный. И с вами была на связи Василиса Трубачева. Всем пока!